Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо. Азиатская школа дзюдо всегда считалась одной из лучших в мире. В чем нет ничего удивительного, если учесть, что в этой части света искусство гибкого пути и зародилось. Но сейчас и в Сибири добились уровня, который способен впечатлить. В Тюмени в конце недели состоится международный турнир среди атлетов до 18 лет. Участие в нем примет команда дзюдоистов из Южной Кореи, которая приехала в столицу нашего региона заранее, чтобы пройти подготовку в тренировочном лагере. Ее визит в Сибирь ответный. Давно ведем дружеские отношения. Скажу, что летом, буквально в августе, мы были у них в гостях. Они очень хорошо нас приняли. Ребята прошли очень хороший сбор, где каждый день, в принципе, боролись там по 20 встреч. Нам провели экскурсию по объекту. Нам все очень понравилось. У нас все, многие вещи нас удивили. И мы даже сделали фотографии. И когда вернемся домой, обязательно кое-что даже скопируем, сделаем подобные вещи. У них отличается стиль борьбы. То есть у них такая как бы рваная борьба получается. Они могут подвернуться, потом чуть отдохнуть. То есть рваный стиль борьбы у них. Я сам ездил в Корею, получается, 2 года назад. У нас там был турнир, вот сборы были, то есть на барование. Достаточно потом сильно прибавили после Кореи. Международный турнир в Тюмени пройдет в конце недели. Центр олимпийской подготовки. Тюмень дзюдо.